Обустройство переправ через горные реки на республиканской дороге Яна всегда было нелегким делом. И этот год не стал исключением. В этот раз погода внесла свои коррективы. С подробностями мои коллеги. Приступив к обустройству переправы, ООО «Дортранс» уложили 7 труб и сделали отсыпку. Но из-за теплой погоды и снега в эту же ночь неожиданно поднялся уровень воды почти на 2 метра и затопил ее. В результате нам пришлось, что задержали нынче, пришлось сыпать всю Минкулут 400 метров вот по зоне от коренного берега вровень, пересыпать грунтом, добираться до труб этих, перекладывать их, докладывать. В этом году на реке Минкуле было уложено 11 труб и поднята насыпь на 2,5 метра. Поэтому трубы работают с подпором, а диаметр их составляет 1,5 метра. В прошлом году переправу топило наледями, поэтому в этом году насыпи были подняты. Возможно, это даст больший эффект. Обвешиваем нынче переправу вешками. В прошлом году ее затопило полностью, чтобы когда затопит, водителям знать, где в какой зоне пробиваться. Если на больших реках второй год обустраиваются переправы, то ручьи, которые находятся в стадии замерзания и после проезда больше грузных машин, разбивающих лед, создают трудности, особенно в переходящий период. Всего таких ручьев на дороге Яна 17. 10 перекрыты трубами. Остальные создают проблемы и непредсказуемы, как и вся дорога Яна. Они требуют дополнительных вложений. Нина Ханарова, Андрей Сокор, НВК Саха, Тампонский район.